Только одну цифру озвучу, что 99,7% школ подписали паспорта готовности на сегодняшний момент. Но я хочу побывать в школе при открытии. Да. Может, даже новый. Вы определите, где я нужен. Пользуясь случаем, я вас приглашаю в 93-ю школу города Минска, школа «Новостройка» в Уручье. Это, вы знаете, военный городок, там видоизменяется. Ну, я там служил, да, конечно. Я поэтому знаю. Говорю, что видоизменяется, и там действительно нужна была эта школа. Новое жилье там идет, естественно, идут вот эти процессы переселения людей, и, конечно же, необходима там эта школа.